Итак, дорогие друзья, после того, как я сделал неплохого, я считаю, жирафиком, я понял, что, в общем-то, у меня больше не будет затруднений, то есть делать мишек, носорогов, там, всего. То есть я опробовал все такие способы, какие нужны для создания животных, и посему решил немножечко отвлечься тем, что заняться низкополигональным моделированием. Я встретил одного хорошего, правда, опять же, англоязычного мастера, который делает очень хорошие быстрые модельки. То есть у него отработано это уже до предела. Вот. И как бы мне захотелось за ним кое-что повторять. В этом видео мы с вами поделаем. Так, он сделал этого самого, как он называется, в «Звездных войнах», который ходил такой верблюд, стрелял. Так, на челюсти у него еще пушки были. Вот. И я увидел, что он пользуется интересной такой системой. Так, экстра нет. Сейчас я посмотрю, что он там включил, но выглядит очень интересно. Сделал следующее, то есть просто-напросто включил вот это, как видите, да? И вот так, здесь не скрин, а сказал обот. И вот эти все значения увеличил до 2, по-моему. Вот так, так. Итак, вот так получился такой интересный квадратик, да? А интересно, ну, рендеринг, наверное, не возьмет это дело. А ну-ка, F12. Ошибка, так? Ну, понятно, ошибка. А, камеру у него нет. Ну, давайте поставим камеру временно. Мне просто интересно. Камера и освещение ставим. И лифт. Поднимаем его наверх, говорим, что у них будет немножко побольше, скажем, ну хотя бы 1000-1500. Здесь мы пойдем, скажем, во view, что у нас будет смотреть в камеру это дело. Смотрим, 0 нажимаем, видим вот так. Ха, интересно, ну-ка, F12. Ну нет, конечно, это вид только внутри, но тем не менее интересный вид, да? Вот так это светится, интересно все. Ну да ладно. Это все равно мне для учебных целей поставить его в шаттер или еще куда-нибудь вряд ли получится. Это известный бренд «Звездных войн», поэтому только для себя, только для себя. Хорошо, теперь мы возьмем, подымем позаду это дело и припрячем пока что. Почему? Потому что нам сейчас нужен будет другой объект. Это цилиндр, в который мы скажем, парень, 12 граней нам больше, чем дофига. Отлично. Далее переходим в троечку. Начинаем это дело уменьшать. S по Z. Так, S. Эту. Ну, где-то вот так, наверное, сделаем. Так, так, давайте посмотрим сверху, глянем. Так, F7, и развернем его немножко, rotation сделаем, вот чтобы у нас где-то так было. Так, теперь еще раз уменьшим. Так, единичка, еще раз уменьшим. Да. Так, S по Z. Так. Так, здесь выберем. Нет, мод. Мы выберем вот это. И скажем E. Так. И S. Хорошо.
Далее выберем этот. Этот. И теперь нам надо выдвинуть эти вещи. Но если мы попробуем их подвигать, да, смотрите. Е. Почему у меня так получается? А потому что я включил вот эту галочку Individual Origin по-другому. Если я включу вот совсем нормально как-то вот там, то это у нас ничего не получится. Поэтому включайте вот это. И теперь ID выдвигаем. И сразу же можем S сделать. Так. Ну и можем еще и опустить, наверное. Вот так. Ну-ка посмотрим строечки, да. Многовато. Вот так будет достаточно. Вот. Хорошо. Далее, может быть, чуть-чуть опустим, чтобы не было слишком большое. И вот мы основание лапы сделали. Так, теперь что мы сделаем? Вот сюда надо перейти. Я немножко расширю все-таки. Что-то мне кажется, слишком я увлекся. Так, а теперь Е. Вот так. Теперь наверх. И тоже S. Вот так сделаем. Ну, немножко опустим, слишком высоко. Так, хорошо. Ну и теперь здесь сделаем отверстие типа того. И вот сюда ее. И Е вниз. Вот так. Вот мы получили такой симпатичный ног. Теперь надо сделать кое-что еще. То есть мы возьмем сейчас вот эти вот. Скажем, Shift-D. Поднимем по оси Z. Потом мы их перевернем. R. Ну да. Вот тут теперь нужен. Подняли и повернули. R на 90, по Y на 90. Вот так. Подняли. Хорошо. Вы знаете, пожалуй, я возьму не... А возьму-ка я сразу готовые вот эти. Что нам мешает сделать... Да, поднять это дело. Так, ну-ка, объект мод. Ну, я так и думал. Нет, мод. Так, P. Уберем отсюда. Да. Вот, теперь все нормально. Вот, теперь мы это дело повернем. Это мы возьмем с вами R. И в зависимости от того, где у нас находится. Вот теперь здесь правильно он находится. Центр. Пивочек. Так. R по оси Y 90 градусов. Вот получили. Так. А теперь нам надо экструдировать это дело. Только странно, почему-то он так встал. Интересно. Ну ничего, сейчас мы его повернем. Не дадим ему так с нами обращаться подло. Вот так. И подвинем. Вот сюда. Так. Теперь скажем экструд. И вот так заэкструдируем. Отлично. Вот такой у нас получился интересный полукружик. Так, ну единственное, что мы сейчас сделаем экструд еще вот эти вот немножечко продлим. Теперь всю эту конструкцию, мы опустим вниз. G. И по оси Z, да? Вот, ой.
неправильно. G. Ну теперь по оси Z. Вот так. Смотрим спереди. Нет, троечку. Да, видим, что не совсем то получилось, что надо. Ну ничего, мы сейчас это поправим. Так, хорошо. Далее я думаю, что нам надо вот эту часть. Нет, вот эту. Да что ж ты. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Немножко ее тянем, потянем, сделаем по иксу. Вот так, чтобы здесь получились типа квадратиков. Для чего они мне нужны, а вот для чего. Мы вот здесь выделим. И вот здесь выделим. Да, но прежде чем выделим, мы должны это все. Этот объект мог потянуть вот сюда. Так вот. Вот. Теперь уже выделяй, не хочу, называется. Так. И вот так. Опять же скажем, что у нас это будет индивидуально. Вот так. Чуть-чуть, скажем, и. Вот так соберем. И теперь R потянем вот сюда. То есть как бы кольцо такое сделаем, видите? Все хорошо, отлично. А далее посмотрим, нет ли выделенности у нас никаких. Вот так делаем куб. Кубик. Так, кубик уменьшаем. Вот так примерно. Тащим его наверх. Совсем не туда попал. Так. Он же должен быть вот тут. И с этой стороны, если посмотреть, то вот тут. Же. Вот так он должен выглядеть, но только что поменьше. Вот так. И туда подальше, поглубже вниз. Чуть-чуть меньше. Так. И чуть-чуть пониже. Вот так по оси. Хорошо. Мы это сделали. Ну а дальше будем уже ногу продолжать. Пока вот такая у нас красивая нога получилась. Ступня, это не нога, это ступня. Хорошая.